небрежные миры. Люди обладают звездным свойством сдерживать сияние до поры, а потом сиять с такой силой, что тому причиной, как знать, самым удивительным светилом человека следовало звать.
друзья! Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуй, милая звездочка! А что ты здесь делаешь? Я спустилась к вам, чтобы узнать, а почему человека сравнивают со звездой? Так мы называем удивительных людей, талант которых подобен свету звезд. Он также завораживает, радует и вдохновляет. А может быть потому, что талант дается свыше, и талантливый человек, невзирая на свой возраст, делает нашу жизнь ярче, богаче и интереснее. Значит, жизнь людей похожа на жизнь звезд? Одни тускло мерцают, другие ровно горят, третьи ярко блещут. Да, и при желании человек готов усилить блеск своей звезды. Но ведь недаром говорят: зажги свою звезду. Но зажечь звезду — это одно дело, а сделать ее негасимой — совсем иное. Сегодня в концертном зале «Сибирь» на 18-м открытом краевом конкурсе вокалистов «Золотая нота» настоящий парад звезд. А можно я останусь и понаблюдаю за этим чудом рождения новых звезд? Конечно, моя хорошая. Присаживайся в зал и понаблюдай за всем этим волшебством. Ведь здесь собрались влюбленные в песенное искусство люди, и совсем скоро мы станем свидетелями, как зажигаются новые имена – золотые звезды. Вот уже 18 лет. В последний месяц уходящего года разные сценические площадки города Барнаула озаряются многоцветием талантов, которые радуют нас своими вокальными достижениями. Главной целью конкурса для учредителей является выявление и поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи в области исполнения классического вокала, народной и эстрадной песни. Учредители конкурса — Управление Алтайского края по культуре и архивному делу, Алтайский государственный дом народного творчества, Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов «Сибирь» имени Евгения Ивановича Борисова при поддержке Алтайского государственного театра музыкальной комедии и краевого информационного телеканала «Катунь-24». В 18-м открытом краевом конкурсе вокалистов «Золотая нота» приняли участие исполнители в возрасте от 5 до 30 лет из районов и городов Алтайского края, а также Новосибирска, Красноярска, Республики Алтай, Ямато-Ненецкого автономного округа общей численностью более 500 человек. Профессиональные жюри конкурса из Барнаула, Новосибирска, Кемерово, Омска, Тюмени в течение 3 дней предельно честно и объективно оценивало выступления наших конкурсантов. Жюри уже решили, кто станет мисс и мистер классика, традиция, эстрада, джаз и золотой ансамбль. А кто станет обладателем высших наград? Мисс и мистер «Золотая нота 2016» определит почетное жюри в составе: Алексей Юрьевич Бочаров, заместитель начальника управления Алтайского края по культуре и архивному делу. Валентина Павловна Казанцева, директор Алтайского государственного дома народного творчества, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Татьяна Александровна Борисова, директор Алтайского государственного оркестра русских народных инструментов «Сибирь» имени Евгения Ивановича Борисова. Галина Георгиевна Поддубная, старший преподаватель кафедры хорового дирижирования и сольного пения Омского государственного университета. Ольга Вячеславовна Тимохина, главный выпускающий редактор отдела информационных программ телеканала «Катунь-24». Юлия Юрьевна Башкатова, ведущая солистка Алтайского государственного театра музыкальной комедии. Тамара Анатольевна Шевцова, директор Алтайского краевого колледжа культуры и искусств. Результаты работы нашего многоуважаемого почетного жюри мы узнаем в финале гала-концерта. Ну что ж, звездочка у нас есть, и я предлагаю продолжить наш путь к звездам. Хотя зачем нам куда-то отправляться, когда все звезды сегодня собрались в этом прекрасном зале? И прямо сейчас ослепительный звездный дождь прольется на нашем небосклоне.